дорога к Усолью до какого-то там моста. А, я ее пока не доставал. Здесь с ней ехать неудобно. Странно, то реклама все включалась. Че, полезли? Да сейчас и кругом обойдем. Оп. Тут вообще все разбито. Никон, ничего. Вон там, вон эти окна полукруглые. Вот опять, да? Арка-то здоровая какая. Вот это. Насколько? Вот он, да? Я достаю почти. Ну да, он как раз. И получается опять. Для чего? Для кого? Отлично. И фотки сразу. Ты надпись-то читал? Нет. На памятнике? Вот на этом. Вот с той стороны. Да-да-да. Я еще с этой стороны не ходил. Может быть, ты имеешь в виду вон те-то? Ну вот она. Основание. Что-то я внутри, когда снимал, накосячил. Вот заложенное целиком. Может быть. Да кто ж его знает? Что тут в советское время было-то? И вот смотри, тоже, да? Все какой-то крошкой, плитки нету на полу.
Так, вот это алтарь уже, да? Что-нибудь осталось? Тоже. Не, интересно, конечно. Вот в чем плюс палки. Можно поближе хоть эти поснимать все. Но она, смотри, да, совсем маленькая здесь. Что, открытая дверь-то, да? Это, я так понимаю, Вознесение. Кто-то вон в сланцах вверх полетел. Сейчас посмотрим. Вот они опять, эти каналы, да? И ничего, и уходит в никуда, засыпан. Вот опять эти кованые. Ну, в принципе, я думал, это церковь больше. Ну, вообще, побольше сама по себе. Она потому что еще такая на фото. Массивная, кажется. Ты имеешь в виду который? А, ты имеешь в виду то, что... Ну да. Может, она так треснула? Хотя да. Ну вот, а это колокольня сначала сделана. А потом обстраивали вот это сооружение полукруглое. Наверное. Нет, оно, смотри, оно идет, колокольня целиковая. А вот это обкладывали все потом. Отсюда и это. Шов. Так, а на колокольне что у нас там? Вот видишь, тоже проведенный проект был сделан. Вышел. Так вот я что и говорю, вон он идет, да, полукруглый. Там какой смысл сделать? Вот там, он, этот полукруглый. Заложено. А мы здесь никак не поднимемся, да, никуда? Нет. Здесь ходов нету? Никаких. Ты уже был? Интересно. Слушай, а как же они на нее поднимались? Там зачем так зачем? Да это потом, наверное. Это вот закладывали, мне кажется, это... вот она изначально идет, это полукруг. Вот в Потакинской церкви точно так же оно вот так сходится. И это.
Вот оно, вот он этот полукруг первый заложен. А вот они как в оригинале должны быть. Вот эти. А это все потом уже построено. Ну да. Не, ну как же? Должно же как-то... Вот оно, это все пристроено потом. Вот такое тут все интересное.